Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Пришло время говорить о рассаде томатов и перцев. Наталья Викторовна, знаю, что наши телезрители очень уже беспокоятся, почему мы никак не начинаем сеять нашу рассаду. И вообще, Наталья Викторовна, вот реально ли вырастить в домашних условиях хорошую, подчеркиваю, именно хорошую рассаду томата и перца? Дорогие даченьки, вырастить рассаду томатов, перцев, баклажан в домашних условиях самостоятельно очень легко и просто. Не нужно никаких премудростей, сложностей, в этом никаких трудностей нет. И я знаю, что многие уже интересуются, почему мы так долго не сеем томаты. Поэтому мы немножко в этом году задержались с посевом, но вот наша программа выйдет, и мы будем рассказывать, как все правильно сделать. И хочу сказать, что у нас уже, наверное, с вами сложилась такая традиция, что где-то к концу марта мы каждый год рассказываем нашим дачникам, как правильно посеять семена томатов, перцев, баклажан на рассаду. Ежегодно мы об этом говорим, и актуальность этот вопрос не теряет, потому что каждый год находятся все новые нюансы. Да. Каждый год у наших телезрителей возникают новые вопросы, что, как, в какое время, некоторые, и правильно, а как некоторые это не делать. Смотрели наши передачи, поэтому я думаю, что те новички, которые присоединились к нам на передаче, они посмотрят, и мы надеемся, что мы их заинтересуем, и они возьмут за семена, за грунт и начнут сами выращивать. Хотя некоторые и не выращивают рассаду, а просто идут в мае месяце, покупают ее на рынке. Но согласитесь, Маша, что нам с вами негоже идти на рынок покупать рассаду томатов и перцев. Мы ее выращиваем каждый год самостоятельно. И начинается все, конечно, с покупки семян. Когда вы покупаете семена в магазине томатов, перцев, вы должны смотреть не только на пакет, чтобы там просто томат был нарисован или перец. Этого недостаточно. Вы знаете, дорогие дачники, что у нас зона такого рискованного земледелия, скажем так. У нас март, еще зима. Октябрь у нас уже практически зима. Поэтому очень короткий период остается. И поэтому, конечно, нам нужно с вами все успеть сделать. И сорта, которые будете выбирать, они должны быть раннеспелые, ультраранние, ну, в крайнем случае, среднеспелые. Потому что у раннего сорта период от всходов до сбора урожая 85-100 дней. А у позднеспелого сорта этот период 100-115 дней. То есть разница между ранними и поздними сортами составляет 20-25-30 дней. И представьте, если вы хотите лакомиться томатами в середине июля, от раннего сорта, или это посеял поздний сорт, вы получите урожай в августе месяце. А в августе у нас и ранние утренники, у нас и фитофтор уже начинается. Поэтому, конечно, нужно выбирать ранние и раннеспелые сорта. И вообще специалисты советуют выращивать желательно гибриды, потому что гибриды, они более урожайные, более устойчивы к болезням и вредителям, более выносливы к погодным условиям. Но они более дорогостоящие, и с гибридов семена собрать нельзя для дальнейшей посадки. Но и советуют, конечно, выращивать и сорта. Без сортов нам тоже с вами не обойтись в открытом грунте, потому что сорта стоят дешевле, они устойчивы к погодным условиям открытого грунта, и с них можно собрать семена для дальнейшего посева на следующий год. Все-таки, если говорить о сроках посева рассады, какие они? Самый оптимальный срок посева рассады томатов – это середина марта. Не скажу, что вот 15 марта сеем и все, или 20 марта. Мы можем сеять томаты, перцы, баклажаны, то есть семейство посленовых, в течение месяца, начиная с 15 марта до 15 апреля. То есть переживания наших телезрителей абсолютно напрасны. Да. Время еще да. есть. И я всегда все, говорю, все успеют сделать. Лучше посеять позже, чем раньше. Посмотрите, какой март. Холодный, зимний, со снегопадами. Солнечных дней не так уж много. И рассаду, которую мы посеем с вами 25-го, она успеет прекрасно вырасти до высадки в грунт. Если вы высаживать, рассада должна быть 55-60 дней. Вот считайте, грубо говоря, 2 месяца она должна у вас расти в квартире. Значит, если мы высаживаем рассаду в теплицу, а выходим мы в теплицу с рассадой числа 15 мая, 20, то минусуя 2 месяца, вот вам 20 число марта.
Если вы выращиваете томаты для высадки в открытый грунт, а в открытый грунт мы выходим в начале июня, минусуя 2 месяца, это вам начало апреля. То есть наши сроки самые нормальные, оптимальные. И мне всегда жалко тех дачников, которые очень рано сеют и томаты, и перцы, и баклажаны на рассаду в феврале месяце. И я когда езжу электричкой на дачу, и я вижу этих дачников несчастных, эту несчастную рассаду, которая переросшая, бледно-зеленая, вытянувшаяся, с цветами, с бутонами, которые потом опадут, эти бутоны, она будет болеть. То есть не спешите. Как раз мы говорим сегодня об оптимальных сроках посева семян на рассаду. И сеем мы семена с вами, коль уж у нас зашла речь о семенах, можно сеять и сухими семенами, и можно сеять замоченными семенами. Но мы в наших условиях, которые нам не позволяют замачивать, обрабатывать семена, мы с вами будем сеять сегодня сухими семенами. А многие дачники используют замачивание семян. Конечно, понятно, когда сухое семечко ложится в грунт, оно должно набрать с земли влаги для того, чтобы вот этот зародыш тронулся в рост. Понятно, что замоченными семенами, пророщенными семенами, конечно, сеять лучше. Но многие дачники, опять же, так усердно стараются обработать семена перед посевом, что делают медвежью услугу семенам. Они их и замачивают, они их и проращивают, они их кладут потом в холодильник, чтобы прошли период акклиматизации, период холодом, чтобы они были более закаленные. Потом их подогревают, замачивают и в растворе алоэ, и в растворе эпина, марганцовки, соли, ну все, что есть под рукой. И в итоге семена настолько получаются переобработанные, что бывают и всходы потом плохие и слабые. То есть получается обратный эффект. Мы будем сеять с вами сухими семенами. Итак, приступаем, Наталья Викторовна, что понадобится для правильной посадки семян? Когда готовитесь к посеву, конечно, все должно быть под рукой. Ну, начнем с того, что нужна будет тара. Какого-то предпочтения, вы знаете, нет, чтобы сеять только, допустим, пластиковые контейнеры или в деревянные ящики. Сеют кто во что горазд, что у вас есть под рукой, чему вы отдаете предпочтение. Кто-то любит сеять в торфоперегнойной таблетке, кто-то использует торфоперегнойные горшочки, кто-то берет горшочки, контейнеры из-под йогурта. Некоторые пенсионеры берут просто обычные пакеты из-под молока, кефира, кисломолочной продукции, обрезают их, наполняют почвой. Кто-то деревянные ящики использует. Мне, например, нравятся вот такие пластиковые контейнеры. Они с крышкой, и они создают как бы такую тепличку. Мини-тепличку, мини-парничок. Потому что после посева обязательно вот этот контейнер, плошку, миску, чашку обязательно нужно накрыть. Ну, здесь чтобы уже сохранить. Все предусмотрено. А здесь очень здорово. Все предусмотрено. Обязательно нужны этикетки. Но в данном случае мы сеем с вами много сортов. Поэтому я приобрела этикетки. Составила список томатов, список перцев, которые мы будем сеять. Очень удобно, чтобы потом вы не перепутали, когда будете сеять. И выбрали тару, в чем вы будете сеять. Обязательно в этой емкости должны быть отверстия внизу, чтобы вода не застаивалась во время полива, и чтобы корням был хороший доступ кислорода, чтобы не замокали корни. Дальше. Покупая грунт, а чаще всего мы грунт для рассады покупаем в магазине, не забудьте купить и дренаж. Может быть, это или галька, мелкий керамзит. Но кто не купил дренаж, тот может использовать скорлупу от яиц. Она тоже будет выполнять роль дренажа. Чаще всего покупаем грунт в магазинах. И я уже говорила не один раз, покупайте 2-3 пакета разных производителей. Я тоже купила специальный грунт для выращивания рассады томатов и перцев. Купила 2 пакета, хорошенько их перемешала, перебрала, одела перчатку, перебрала этот грунт, вытащила весь мусор, выбросила, который там был, хорошенечко пролила, уплотнила, земля у нас готова. Поставила этикетки и будем готовиться с вами к посеву. Итак, что мы будем сегодня сеять, Наталья Викторовна? Конечно, тем, у кого 1-2 сорта, там можно обойтись без этикеток, потому что вы знаете, что у вас, допустим, один сорт, зачем нужна этикетка? У нас 16 табличек, Наталья Викторовна. У нас 11 сортов, я выбрала для посева 11 сортов томата и 5 сортов перца. Но я понимаю, дачника, когда приходишь в магазин, выбираешь, что же посеять, какой сорт томата купить, выбрать бывает трудно. Хочется, чтобы, заходя в теплицу, видеть,
видел и большие крупные томаты салатного типа, что были и для засолки, и для консервирования, а детям захочется полакомиться маленькими помидорками черри. Поэтому, конечно, когда выбираете, смотрите обязательно, что для теплицы индетерминантные должны быть томаты, высокие. Если вы покупаете низкорослые томаты, то их желательно сажать в открытый грунт. А можно низкорослые сажать в междуряде высокорослых томатов. Ну, в общем, приступаем. Я выбрала 11 сортов томатов, потому что они отличаются и по размеру, и по цвету, и по форме. Ну, как было не удержаться от посева вот такого томата цилиндрической формы, овально-цилиндрической, розового цвета, боец. Дальше у меня идет томат Санька. Он салатный, крупный, салатного, красного цвета, салатные плоды. Дальше клюква в сахаре. Посмотрите, какая прелесть. Штамповый, невысокий сорт, маленькие плодики весом до 20 граммов. Дальше посмотрите, оранжевый красавец сердцевидной формы, салатный, медовое сердце, томат. Они все низкорослые. Дальше томат байкальский ранний, именно салатный. Вот вы срываете этот томат, будете есть плоды как для салата. Не для засолки, а для салата. Балконный сахарный. Посмотрите, какой красавец индетерминант. Тем более вот эти кустики, они дают сразу дружную отдачу урожая. Вы собрали урожай, законсервировали, замариновали его. Теперь посмотрите, какой томат-монетка. Это добавление к черри красным, вот черри желтые. Теперь всем известен замечательный сорт томата Дебарао. Есть Дебарао красный, розовый, оранжевый, желтый. Мы выбрали Дебарао розовый. Эти плоды, они бесподобны в консервации, они имеют толстую кожуру и не растрескаются при консервировании. Посмотрите, какая прелесть. Захотелось и другой цвет, чтобы томаты имели. Темно-вишнево, почти шоколадное. Вот такой томат называется шоколадные яблочки. Очень нравится цитрусовый сад. У него плоды, как лимончики, с таким небольшим носиком ярко-желтого цвета. Ну и, конечно, без воловьего сердца, без салатного томата, как обойтись? Крупные плоды до 300 грамм. Поэтому вот такие у меня томаты. Перцы тоже выбрала самые разнообразные. И по форме, и по цвету. Вот перец сладкий оранжевый. Вот перец сладкий красный. А вы посмотрите, какие у меня два интересных перца есть. Вот этот перец напоминает собой острый перец, но на самом деле у него плоды сладкие. А вот этот перец, он действительно острый. И я советую всем дачникам выращивать хотя бы по одному-два растения перца острого. Он вам пригодится и для приправы, и для аджики, и для засолки. Поэтому, как видите, удержаться от большого количества я не смогла. Поэтому у нас так много получилось сортов. Но сегодня мы будем сеять. И в наш контейнер с грунтом я хорошенечко его пролила, сделала бороздки, поставила 16 этикеток. И почему так много? На самом деле мне не нужно много так рассады, поэтому каждого сорта мы будем сеять с вами по 5, по 7 семян. Вот в эти бороздки глубиной 1 сантиметр будем раскладывать с вами семена. Я буду сеять томат, вы будете сеять перец. Раскладываем семена на расстоянии где-то 2 сантиметра друг от друга. Не частите. Я думаю, что вы будете сеять погуще, потому что, наверное, у вас не так много сортов, и вы будете сеять по 20, по 30 штук семян, поэтому все равно оставляйте зазор между семенами. И на глубину до 1 сантиметра. Глубоко семена не заделываем. Я беру томат под номером 1. Это у меня боец. Я могу взять, наверное, да. Перец, да? Да. Вы берете перец. У вас этикетка номер 16. У меня этикетка под номером 1. Берем, открываем пакет. Сухие семена. Томата семена очень мелкие. У вас покрупнее семена перца. Я выкладываю себе, высыпаю семена томата и аккуратно раскладываю бороздку семена томата на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. Буду сеять 5-6 семян в расчете на то, что может быть какое-то семечко не взойдет. Какое-то потом я могу выбраковку сделать по рассаде. И вот таким образом я посеяла 7 семян томата сорта «Боец». Ну, мы с вами потом после передачи досеем остальные сорта. А так, я надеюсь, что нашим дачникам сам принцип посева понятен, что влажная почва, бороздка и посеянные семена мы с вами заделываем слегка
таким рыхлым грунтом. Но в данном случае у меня бороздка есть. Я могу аккуратно заделать вот эти семена грунтом, который есть у меня в бороздке. Так, чтобы наши семена были на глубине 1 сантиметр. Вот так легко и просто осуществить посев томатов, перцев и баклажанов. Наталья Викторовна, как мы ухаживаем дальше за нашей рассадой? Но почему мини-тепличка очень удобна? Потому что после посева, когда мы посеем все наши сорта, мы одеваем вот эту крышку. Она довольно-таки высокая, и она будет давать нам и влагу нашим сеянцам, и не будет испаряться, будет влажная почва и будет поддерживаться тепло. Если у вас такой крышки нет, вы можете накрыть свою плошку, кювету, ящичек, накрывайте пленкой или стеклом. И наши семена должны будут прорасти. Семена томата прорастают 5-7 дней. Семена перца прорастают дольше. Поэтому вы можете запастись терпением. И вы можете сеять в одну плошку семена томата, в другую плошку отдельно семена перца. И сейчас в нашем, вот этом нашей кювете нам свет не нужен. У нас семена в земле. Нам нужно тепло. Поэтому не ставим на подоконник. Подоконник – самое светлое место в квартире, но и самое прохладное. Мы вот эту кювету с крышкой поставим возле батареи. И на 5-7 дней она должна там стоять. И семена томатов проклюнутся ну вот, на 5, через неделю где-то, в среднем через недельку. Семена перца сходят дольше, раза в 2 дольше. Где-то дней через 15 появятся всходы перцев. А как только появились всходы, мы крышку или пленку или стекло снимаем и ставим кювету с проростками на подоконник. Если холодно на подоконнике, утеплите его или бумагой, газетами, может быть, пенопластом. И выставляете на светлое место. Росткам нужен свет. Вот наши всходы появились в тепле. А сейчас у нас должна быть температура. На недельку мы ее снижаем до 17-20 градусов. Если это не сделать, всходы резко будут вытягиваться. А вытягиваются всходы, это уже не есть хорошо. Не формируется еще корневая система, а всходы начинают тянуться. Поэтому делаем температуру 17-20 градусов на недельку, чтобы наши всходы окрепли. А дальше ухаживаем за растениями, которые стоят у нас вот в этой кювете на подоконнике. Проливаем, поливаем их раз в неделю, не чаще. Томаты – это не огурцы, их поливать не нужно ежедневно. Если вы видите, что земля подсыхает и росткам нужна влага, вы берете пульверизатор и опрыскиваете свои вот эти маленькие нежные всходы. А поливаете раз в неделю. И кормить не нужно. Месяц до пикировки мы рассаду свою не кормим, потому что в нашем грунте он заправлен и макро, и микроэлементами. Тут ничего добавлять не нужно. А уже после пикировки, через месяц, мы уже будем тогда начинать кормить нашу рассаду. А пока что вот так посеяли в тепло до появления всходов. Появились всходы, выставляем на светлое место. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем вам успехов. До свидания.